Крышу по новой песне. Сейчас поймете почему. Песня называется, у нее такое длинное название, «Несколько рецептов выживания в трудных жизненных ситуациях». Звучит это примерно так. А как же это звучит? Кроме тебя только никто не может. Сейчас, да. Так бывает на работе, все равно, что на войне. Боссы бесятся и бесят, им иначе не уснуть. И я бы спятил, но дома есть их портреты на стене. Вернусь и пару дротиков метну. Теперь могу безропотно и прохладно смотреть в лицо пропертое дрючком. Оно гремит и мечет молнии, и ладно, прикинешь дурачком, и все пучком. Так бывает, захвораешь, и не кстати, как всегда. Эсклавы подлатают, но оставят без штанов. А я лечу в синий плацебо, и где на латыни лабуда. Травой зато бесплатно и полно. Скажу без ложной скромности и кокетства, что я всегда и всюду бодрячком. А если что, то есть проверенные средства. Дару пучок пучки и все пучком. Так бывает, что по глупости балаемся с дружком. Все подмотан стоп-тапа и валет куда шел. И по домам разбредемся в ненастье ночью и пешком. Почти стерем друг друга в порошок. Но выйдет пар, уляжется пыль сражения. Уйдем в дела, повертимся волчком. А там, глядишь, мотив не стоит раздражения. Решим за коньячком. Вот в галошу сел, и за борт меня бросает в набежавшую волну. А там для полного счастья торнадо, ливень, град и сель, и кажется, чуть-чуть и утону. И вот стою, дрожу и стекаю в тазик. Конечности не дружат с мозжечком. Пошел я в баню, смою водоросли и грязи. Славлюсь венчиком, и все.